В Саратовской области за полгода по вине пьяных водителей погибли 22 человека. Чтобы предотвратить подобные трагедии, дорожные полицейские провели очередную операцию «Трезвый водитель». Ночью задержали несколько автолюбителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Например, в поселке Юбилейный только за несколько часов работы правоохранителям удалось остановить нетрезвого автолюбителя и гонщика на мотоцикле. Алкотест показал, что у владельца транспортного средства значительно превышен допустимый уровень алкоголя в крови. Также у водителя не оказалось прав на управление мотоциклом и номерных знаков. С административным протоколом молодой человек согласился. Сотрудниками госавтоинспекции было возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.8 КОАП России. А также выявлен факт управления транспортным средством водителем, в действиях которых усматривается признак преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь полицейские уделяют нетрезвым водителям еще больше внимания, ведь с 1 июля вступили в силу новые поправки, согласно которым за повторное нарушение водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, могут привлечь к уголовной ответственности на срок до 2 лет или обяжут оплатить штраф в размере 200 000 рублей.